И теперь об этих и других событиях более подробно. Новый украинский самолет с запорожским двигателем Ан-158 был презентован в России. Разработку конструкторского бюро «Антонова» представили в Казани в рамках выставки авиакосмических технологий. Пассажирский самолет Ан-158 лично осмотрел премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. Это всего второй полет нового Ана за границу. Разработчики уверены, это очень перспективный проект. По словам специалиста, только России может понадобиться более 200 таких самолетов. Ан-158 может перевозить 99 пассажиров, способен садиться на грунт в горах на высоте до 3 километров, а также в условиях плохой видимости. Укомплектован новый самолет двигателями, поставку которых осуществляет запорожское предприятие «Моторсич». В презентации нового самолета принял участие председатель совета директоров «Моторсич» Вячеслав Богуслаев.